на 2 часа отправляется группа желающие сегодня сейчас принять участие в экскурсии. Поторопитесь, нам только здесь, только у нас, быстро и дорого. И прямо сейчас организуется автобусная экскурсия. Можно взять билет у организаторов синей рекламы на углу здания ГУМа, а отправиться на экскурсию. Поторопитесь, москвичи и гости столицы, на автобусную экскурсию по Москве. Прямо сейчас начнется наша экскурсия. А вот интересный маршрут и 2 часа продолжительность. Начало и окончание у экскурсии здесь же. Можно взять билет у организаторов синей рекламы на углу здания ГУМа и отсюда на 2 часа отправиться на экскурсию. Это единственная на сегодня экскурсия. Других экскурсий нет. Желающие сегодня, сейчас принять участие в 2-часовой недорогой автобусной экскурсии по Москве. Поторопитесь, нам можно взять билет у организаторов синей рекламы на углу здания ГУМа и отправиться на экскурсию. На автобусную обзорную экскурсию по Москве, на экскурсию по городу, прямо сейчас, отсюда, с Красной площади. Или просто смотрят? Вот этот фото не вы делали? Ну, не скажу. Ну, я помню, у меня в день что-то проходит. Ну, это Мухаммад Али же. Но это, наверное, фотошоп? Нет, нет, нет. Он здесь был, это реально. Нет, фотошоп. Понятно, что он здесь был. Просто она не могла бы скорее всего. Он надеялся, что я ему дам открытку. Они выигрывали больше, чем в. А он надеялся, что типа, я выходил из удара. Я О, ну нормально. О, супер. А у вас мусор не лежит?